Тех, кто выбрал путь радикализма, неминуемо ждет наказание. Вот пример задержанного, который блокировал дорогу, участвовал в протестах и имеет 8 судимостей за совершение корыстных преступлений. Обычный набор тех протестующих, которых подталкивают экстремистские телеграм-каналы. 28-летний минчанин сам вот так говорит об этом. Совершил хищение красно-зеленого флага с поликлиники. По какому адресу? По Сухой, улице Сухой. Куда дели национальный флаг? Порвал для того, чтобы оттуда взять красный материал и пошить бело-красно-белый флаг. А что подтолкнуло вас на совершение данных действий? Телеграм-каналы. Много читал. Ерунды всякого. Как сообщается, служба собственной безопасности МВД во время мониторинга отдельных телеграм-каналов с публикациями личных данных правоохранителей задержала активного участника несанкционированных мероприятий в столице. Он сам сшил 7-метровый флаг, с которым выходил на улицы. Сначала стоял в цепях, затем участвовал в блокировке дороги. И, как установлено, этот же человек похитил государственный флаг, который висел над входом поликлиники по улице Сухой. Ткань красного цвета использовал для бело-красно-белого полотна. Дома у задержанного обнаружена соответствующая атрибутика и разорванный флаг Беларуси. За неоднократное участие в протестных акциях, блокировку дорог и хищение минчанин привлечен к административной ответственности в виде ареста и штрафу.